вот эти выступления, это не хуже любого концерта, когда музыкант сидит на сцене. Еще более такой тесный позитив. Сегодня 7-й год, как мы вот в этом составе, на этом автобусе приносим радость, позитив нашим жителям нашего города и гостям нашего города. И когда смотришь в глаза вот маленьких детишек, взрослых людей, и когда они лучатся, светятся все, и мы от этого тоже, естественно, получаем огромное удовольствие. Мой музыкальный инструмент называется флейта пикколо. Есть флейта пикколо, есть средняя флейта, альтовая флейта, басовая флейта. А это одна из разновидностей, это флейта пикколо. Есть особенность такая инструмента, в которой играются медные духовые инструменты, им заливают туда спирт. Это не понаслышке, для того, чтобы там ходили клапана и все это. Сюда ничего нельзя залить или что-то сделать. Вот просто представляешь... Вот только таким вот способом. Ну, здесь пластмассовый, здесь не прилипнет. Это не качелем дети, когда там язык представляют, и потом все замерзает. Нет. Настоящая ленинградская, петербургская зима с температурой воздуха, со снегом, с этим. И сколько, тем не менее, сколько народу и сколько счастья вокруг. Прелесть ведь, вот как мажутся. А чаще они ничего не говорят, они просто такие глазки огромные. И вот такое просто восхищение. Пожалуй, вот в первый год, когда мы поехали на этих автобусах, я почувствовал вот эту атмосферу, которая вот, да, вот вошла как бы в меня, и вот она держится вот в течение всех этих лет. Это было, конечно, чувство удивления и восторга было, что такого никогда не было. Я приезжаю домой, у меня даже рука болит. А вот это махание рукой в окно. Но это приятно, боль. Это все нормально. Сейчас изумительный вариант был, когда стояли у галереи, и подходит бабушка и сует мне какой-то пакет. Она говорит, сейчас мой внучок подойдет, подарите ему от Дедушки Мороза. Насколько умная бабушка, ведь это сделала. Подходит внук, со мной сфотографировался. И я говорю, ты был хороший мальчик, ты всех слушался, вот тебе подарок от Деда Мороза. Вот это классная бабушка, которая сообразила, обставила все вот так вот здорово. Какая елочка, какой мама? Ой, ну мне сейчас просто не перечислить. У нас, во-первых, замечательный дирижер. Он сам инструментует эти пьесы. Ну вот, у нас вот вы выйдете, или люди, которые нас хотят услышать, они нас услышат и увидят, сколько мы играем произведений.
добрый, отзывчивый, лучший, остроумный. Вот такой должен быть Дед Мороз. Был очень такой трогательный эпизод. С нами ездили дети-колясочники. И вот я посадил на колени себе девочку, и, по-моему, Аня, 9 или 10 лет. И вот она мне стала рассказывать стихи, стала петь песни. И в конечном итоге она мне сказала: «Дедушка Мороз, мы с тобой одна команда?» Я говорю: «Конечно, да, моя хорошая». Где-то 200% все верят в это, даже взрослые. Посмотрите на женщин уже, ну, в таком достойном возрасте, как они радуются, как они танцуют, они зажигают, они просто зажигают. Внучки, а одной внучке 26 лет, а второй 14 лет. Месяц назад родился правнук. Это вот та работа, которая, она на самом деле позитивная, приносит именно моральное удовлетворение, огромное моральное удовлетворение. Видите, какое счастье, какая радость у людей на глазах, какие дети прекрасные. Ради этого стоит работать, играть и дариться. Я уже вольно-невольно сам жду вот этого момента, когда наступит зима, и когда мы опять вновь по нашему самому красивому городу в мире проедемся по Невскому проспекту и будем поздравлять людей.